перед которыми стоят и наши страны. И в этом смысле я желаю вам всяческих успехов. Благодарю вас за внимание. Все. На этом, к сожалению, церемония у нас заканчивается, потому что санитарные ограничения до сих пор действуют. Нам не удастся с вами поговорить лично, но в ходе вашей работы, уверен, такая возможность еще неоднократно представится. Всего вам самого доброго. Благодарю вас. Заткнись, Владимир Владимирович, заткнись просто, молчи лучше. И нам не будет за тебя стыдно, и за то, что в нашей стране такой президент. И враг не будет изгаляться. А вдоль дороги мертвые с косами стоять. И тишина. Брехня. Пом-п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 ом